Ни дождь, ни ветер не помешали ребятам получить долгожданные награды. В Ханты-Мансийском районе завершилась военно-патриотическая смена. Здесь ребята из Нижневартовска, Сургута и кадетского класса окружной столицы проходили медицинскую и физическую подготовку. Кроме того, бойцы спецназа Росгвардии обучали воспитанников стрельбе из разных видов оружия, метанию гранаты и высотной подготовке. Вручить самую ценную награду отличившимся на смене ребятам прибыл генерал-майор Станислав Любезный, заместитель командующего войсками Росгвардии Уральского округа. На следующий год я обязательно сюда приду еще раз. А стрелять понравилось очень сильно, когда про оружие рассказывали. То есть вот это вот самое большое, что запомнилось. Единственное, было мало времени. Мы не дали всего, чего мы знаем, чего хотим. Но надеемся, что в будущем мы будем только наращивать и наращивать вот эти наши совместные вот усилия. Я думаю, будет у нас все получится в будущем. Еще лучше будет.